Здравствуйте! У нас сегодня в гостях лауреат всероссийских и международных конкурсов, музыкант, баянист и просто замечательный артист Егор Матвеевский. Егор, здравствуйте! Здравствуйте, Августа Васильевна! Как у тебя настроение? Настроение отличное. А правда, ты в творчестве уже 23 года? Да, это правда. Егор, ну я, насколько знаю, тебе-то всего 29 лет, но уже вот в таком амплуа, именно как музыканта, 23 года. С чего все началось? Началось все с того, что родители меня отправили в 6 лет в музыкальную школу. Mm-hmm. Я туда начал ходить, но мне не очень нравилось ходить туда, наверное, как и многим детям. И меня даже отчисляли со школы. Ты не занимался? Ну, можно сказать и так. Так получалось, что не занимался, да. Вот. Потом, как бы еще раз я пошел в музыкальную школу, еще раз решили попытку сделать, и уже начал получаться, потихонечку начал нравиться. Просто у меня мама очень настаивала на этом. Мама, наверное, очень любила баян. Да, она очень народные любит песни, баян, да. Наверное, очень любила. Да, и любит. Я только ради нее и пошел, наверное, в музыкальную Но школу. Ну, это очень благородное дело. Что мама пожелает, то это закон. Да, ради нее я все это и делал. Ну и дальше? Какие твои шаги были? Закончил я музыкальную школу и уже сам захотел поступить в музыкальное училище. Уже осознанно? Да. Папа был против, мама была за. Папа, наверное, говорил, это не мужская работа. Да, да. Отец, как всегда, говорил, что нужно зарабатывать. Заниматься мужской профессией. Но баян – это чисто мужская профессия. Ну да, соглашусь. Для девушки это, конечно, не инструмент. Не инструмент. Но хотя есть и многие исполнители именно девушки. Да, есть любительницы. А потом, после музыкального училища? После музыкального училища я поступил в Чувашский государственный университет по классу баяна. Егор, скажи, пожалуйста, самое главное достижение твоей жизни? Ну, мне кажется, я еще ничего не достиг. Как это ты ничего не достиг? Я уже сказала, что ты лауреат всероссийских и международных конкурсов. Ты уже занесен в книгу одаренных детей России. Ты стажировался во Франции и в Китае. Это уже о чем-то говорит? Ну, может и говорит, но я считаю, что совершенству нет предела. То, что нужно развиваться и никогда не останавливаться. Хотел бы услышать про конкурсы. На каких конкурсах ты участвовал? Самый мой первый конкурс. Вообще, если с детства брать, все началось с чебоксарских городских конкурсов, потом республиканские. Потом мы поехали с моим преподавателем Гараев Наиль Шукачу, зовут его, в Самаре. Взяли гран-при, конкурс проходил в Самаре. Это был всероссийский конкурс.
потом после этого конкурса меня рекомендовали во Францию. Ух ты! Туда я поехал на стажировку, проучился там, посмотрел Париж, еще некоторые там красивые места. И уже трофей мира был конкурс. Ну, я там занял, конечно, только 6-е место, но это по всему миру. Но и считают, что это хороший результат. По всему миру 6-е место, это уже о чем-то говорит. Вот, и различные стажировки я брал, мастер-классы, и через интернет. В Китае я жил год, там тоже и стажировался, и учился, выступал. То есть как винегрет такой общий. Занимался всем, чем мог, и работал, и отдыхал. Ну, набирался опыта, набирался знаний. Опыта. Да, можно так сказать. Все-таки хотел бы услышать о твоем педагоге. Педагог у меня просто изумительный человек. Гараев Наиль Шукатович зовут его. Очень сильный специалист. Конечно, он меня всегда держал в кулаке, всегда. Специальность начиналась у нас в 6 утра в большом зале. В 6 утра? В 6 утра. Например, если ты не приходишь в 6 утра, в 6.10 уже Наиль Шукатович уходит, и все. Вот такая железная дисциплина. Да, занятия были очень жесткими. И специальность могла проходить, например, в 6 утра и потом в 8 вечера еще. Но для нормального человека, наверное, это очень даже непонятно. Это получается как спортсмен. Спортсмен, я думаю, тоже занимается с утра до вечера, кому важно достичь чего-то. И музыканты тоже занимаются с утра до вечера, если чего-то хотят достичь, каких-то целей. Но пальчики не устают с утра, вот в 6 часов. Об этом уже не думаешь просто. Об этом не думаешь. Тут уже настолько техника срабатывает. Да, важен результат просто. Егор, а скажи, пожалуйста, вот баянисты очень берегут свои пальчики? Ну, я бы сказал, даже чересчур. Чересчур? И как это сказывается вот в семье? Жена не будет ворчать, если ты целый день будешь заниматься, пиликать, а именно молотком прибить гвоздик? Как там у вас дела обстоят? Ну, дома я стараюсь музыкальный инструмент вообще не трогать. Хожу специально заниматься там куда-то, или в студию, или в училище куда-то там. Ну, дома это не рабочая обстановка, дома не рабочая, да? Рабочая обстановка, да. А насчет гвоздей, прибить там, что-то делать, я как бы... Это исключение. Знаю. Егор Матвеевский это может. Ремонт я делал в квартире сам. Молодец. Полностью. Егор, скажи, пожалуйста, вот, а что ты сегодня играешь? Сегодня я стараюсь играть разнохарактерную музыку, современную, и, как для молодежи, это и в ночных клубах я выступаю, и для людей более старшего возраста, как бы народные песни в современных обработках. Ну, стараюсь для всех контингентов подобрать свою музыку. Но наверняка, раз ты закончил музыкальную школу, музыкальное училище, факультет искусств Чувашского государственного университета, наверняка педагоги хотели, чтобы ты играл классику, инвенции Баха, Бетховена. Естественно. И ты чем сейчас на данный момент занимаешься? Классику Бетховена и прочих других композиторов я, конечно, все переигрывал, но это... Как сказать, только для преподавателей. Для музыкантов. Для профессиональных музыкантов, да, какого-то узкого круга, наверное. Ну, то есть для общей публики этого не сыграешь. Многие просто не понимают. Вот, и поэтому сейчас я как бы разнохарактерную музыку. Кому что нравится. Егор, скажи, пожалуйста, вот в Чувашской республике нет равных тебе. Именно в каком жанре? Вот жанр попса, классическая музыка. Конечно же, есть очень много баянистов. Но ты нашел именно свою нишу. Просто, наверное, я посмотрел на баян с другой стороны. Егор, пользуясь случаем, сегодня у нас живой эфир, живой инструмент и сам Егор Матвеевский. А давай что-нибудь мы споем? Давайте, с удовольствием. А дай, пожалуйста, мне до минор. Хура на чёрт.
щелочи, хора на щелочи, хора на щелочи, щора лазан, килетя вармана, килетя вармана, килетя варман и леме. Спасибо огромное. Вот так вот запросто, экспромтом. А давай что-нибудь такое интересное. Ну, давай сыграй Баха, пожалуйста. Давайте попробуем. Конечно, у меня инструмент немножко, если про баян рассказывать, они бывают разных видов, готовы выбранные. Этот у меня инструмент просто готовый, то есть нет здесь выбранной системы. Угу. Но это получается эстрадный концертный баян. Да, это получается эстрадный. Просто играть мюзет, вальсы. Эстраду. Для классики он как бы не предназначен, но я попробую. Ну попробуй. Кусочек. Для наших любимых телезрителей. Егор Матвеевский. Егор, спасибо огромное, браво, боже мой, как орган. Настолько баян богат своим звуком, от народной песни до самой высочайшей классики. Браво, брависсимо. А что ты еще можешь сыграть? Вот ты говорил, что был в Китае, а насколько интересна китайская музыка. Я знаю, и наша чувашская музыка, настолько она похожа. Там же пентатоника. Там, да, пентатоника. Еще что интересное в музыке? В китайской? Да, в китайской. Ну, очень схоже с чувашской, на самом деле. Тоже тонкости свои. Ну, я могу наиграть просто. Ну, наиграй что-нибудь. Прозвучала чувашская народная песня. Да, похоже. Егор, ну, получается, что ты любишь свою профессию. Ты любишь инструмент баян. Да, я, можно сказать, живу баяном, музыкой. Мне это очень нравится. Я полагаю, те люди, которые работают на уровне фанатизма, те только и достигают больших результатов. Я просто могу сказать, певцом можно стать просто. Ну, не просто. Это я, конечно же, немножечко так лукавлю. Конечно же, во всем должны быть специалисты и профессионалы. Но на инструменте нужно уже начать учиться с малых лет. Это большой труд, это большая техника. Но расскажи, как ты все-таки добивался этих результатов? Ну, это, конечно же, усидчивость, во-первых, стремление. И чтобы все это было, нужна какая-то цель. Чего ты хочешь достичь, не просто сидеть там заниматься. Можно сказать, что я через это прошел, я чего-то хотел достичь. Первоначально, конечно, это были конкурсы, куда я хотел попасть, просто попасть. Получилось так, что я просто выиграл там. И, естественно, там были призы достойные. И вот это как пошла уже как игра. То есть раз конкурс, два конкурс, и уже втягивается.
Егор, скажи, пожалуйста, а вот в каком состоянии на сегодняшний день находится профессия баянист? Или же, можно сказать, инструмент баян? Ну, думаю, что на сегодняшний день баян, он как бы оживает. Ну, потому что после перестройки был такой момент, так скажем, ушли большие музыканты. Вот образовалась какая-то маленькая дыра. Но я полагаю, вот смотрю сегодня на нашу эстраду, не только на нашу, не только Чувашской республики, это уже на российской эстраде. Кто у нас самый знаменитый? Ну, аккордеонист Петр Дранго. Баян Микс, дуэт. Возрождается новое поколение с новым отношением, с новым пониманием, наверное, да, с новой подачей вот этого инструмента баян. Да, и уже инструменты сами, как сказать, преображаются. Они становятся более красивыми, как автомобили. Про автомобили. Вот об этом я хотела и спросить. Но у нас самая такая крутая марка автомобилей. Какие у нас автомобили? Ну, Mercedes, Cadillac, Cadillac и так далее. А самая крутая марка баяна? Ну, в порядках 1,5 миллиона рублей стоит баян. Самый классный. 1,5 миллиона? 1,5 миллиона. Это одна машина. Так, у нас самая средняя машина, эконом-класс, это можно за 500, за 600 купить, да? Да. И кто купит такой баян? И кто на нем будет играть? Ну, покупают, конечно же, профессионалы. Люди, которые живут этим. Ну, там, соответственно, качество, звук. Ну, то же самое, что автолюбители ценят в автомобилях, баянист также любит ценит, качество, да, качество, комфорт и, конечно же, внешний вид инструмента тоже о чем-то говорит. А насколько простой зритель понимает, насколько у тебя дорогой баян, насколько он концертный, а насколько просто такой обыкновенный? Ну, зритель, мне кажется, тоже понимает по звуку, то, что звук необычный, по виду. Mm-hmm. Все равно. Ну, в основном, конечно, понимаешь сам хозяин баяна, владелец. То, что намного удобнее играть, намного приятнее слышать баян, намного он легче. Ну и, как сказать, не ломается часто. Вот, так что ремонт тоже не дешевый. Егор, хотела бы спросить, поинтересоваться насчет сольного концерта. Да, выступление по корпоративам, по таким маленьким мероприятиям – это одно. А все-таки сольный концерт для артиста раз в год – это самое главное. Да. Артист, исполнитель любой, будь он певец, пусть он баянист, в данном случае Егор Матвеевский у нас именно баянист, показывает именно свое мастерство, технику. Будет сольный концерт? 11 декабря. Этого года? Этого года. 11 декабря 2015 года. Где он будет проходить? В Институте культуры, в зале. В большом зале? В большом зале, да. Но это очень отрадно. И что будет в этой новой программе? Концерт будет проходить в два отделения. Там будет и современная музыка, и постановочные номера с различными коллективами. Постараемся сделать все ярко, красочно. И стараюсь удивлять всех новой музыкой. Сейчас разучиваю, я готовлюсь, занимаюсь. Наверняка певцы будут на твоем концерте? Будут. Танцевальные коллективы? Танцевальные коллективы. Ну, ты, наверное, будут хочешь устроить большое шоу все-таки, да? Да, будет шоу-программа. Егор, совсем забыла, вот еще один такой каверзный вопрос. Нынче не только певцы танцуют, поют. Это стало сейчас, на самом деле, мы уже по-другому преподносим свои номера. Точно так же и баянисты играют и танцуют, но это же очень сложно. Сколько килограммов баян весит? 11 килограммов. Ну, бывает и 17, 18, да? Да, конечно. Да. Ну, а как вот можно танцевать, играть и петь? А вот так вот. Стараемся держать уровень. Молодцы! Я рада, что у нас в республике есть талантливые молодые люди, которые любят свою работу, свою профессию, именно инструмент баян. Что-нибудь еще споем напоследок? Конечно. А давай снова народную песню. Давайте. Гармоночки. Гармонь моя. Гармонь моя, да, знаем. Вот и песня, а вот и я.
густою меня. Золоченые да уголочки, играй, 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 под голосок подпевай, веселее играй, домой Егорушка. Вот так вот. Вот так вот. Егор, огромное спасибо. Была очень приятная и интересная передача. Я думаю, после нашей передачи, глядя на тебя, на такого интересного, талантливого исполнителя, наша молодежь, наше будущее поколение обязательно скажет: мы будем играть на баяне. Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч.